Всем доброе утро. Наш Максик сегодня с утра какой-то бешеный. Бешеный этот кот бегает. Хочется ему драться, кусаться. В общем, Максика сегодня такое настроение игривое с утра, видите? Кусает. Что за кот? Это что за кот такой? Вот что это за кот такой? Вот что? Это папа тебя раздраконил, да? Раздраконил, с тобой играл. Ты теперь вообще не даешь к себе подойти, Макс. Ну что это такое? Что это такое? Ой-ой-ой-ой. Я хочу сейчас посмотреть, кстати, подсвечники для свечей, которые мы вчера купили. Вот плавающие свечи. Не кусает. Мы их купили на Новый год. И хочу посмотреть подсвечники. Подойдут ли те, которые есть у нас, стеклянные, или нет. Если нет, то надо купить. Я видела вчера с Ликой, и Лика мне показывала в ленте, где мы покупали эти свечи. Не кусает, так уходит. И видела, Лика говорит, еще в фикс-прайсе продаются прозрачные свечи. Вот видишь, Милан, смотри, что он делает. Ой, какой ты наглый кот. Ой-ой-ой. Лика, у тебя сегодня урока не было? С утра? Нет? А во сколько у тебя урок? Или сегодня нет? Сегодня среда, сегодня оказывается выходной. А? Нет. У нас сегодня так пасмурно опять на улице. Это какой-то ужас. Где наше солнце? Ну тебе там все равно много, да, задали, Лик? Даже поздно солнце. Уже зима скоро. Ну что, ну Уже солнце же... середина этого. Но солнце-то все равно должно быть. Должно быть, это солнце. Так, мы идем кушать, будем делать кофе. У нас на завтрак латте карамельные, и мы вчера купили пирожное, эклеры. Я буду йогурт с киви и мюсли. Бутербродики делаем. В общем, всем доброе утро, всем приятного аппетита. Кстати, карамельный латте – это самый вкусный, наверное, латте, какой только есть. Потому что мы на самом деле пробовали, ну, разные сиропы, ну, наверное, много сиропов, я думаю. Может быть, конечно, их еще больше, но разные пробовали. Еще, кстати, очень вкусный ванильный сироп. Вот, но карамельный, мне кажется, самый вкусный. Вышли с Ликой в магазин. Нам нужно купить гель-лак, а точнее базу А еще нам нужно зайти в саморазвивающую. фикс-прайс и купить тушь. А тушь для ресниц, да, вот Лика вспомнила. Доставай маски. И еще нам нужно Баффи, у нас такой, он уже Не бафит. не бафит. Бафит, не бафит. В общем, сейчас зайдем в магазинчик. Держи. Вот И так вот. у нас сегодня другие масочки. Смотри, такая гибкая штучка, она должна быть сверху. Кажется, я правильно. Ну все, мы купили. Купили базу, нам посоветовали. Что нам посоветовали, то мы купили. Нам посоветовали какое? Не знаю. Слово. Покажи. Ну ладно, ты уже убрала. Ладно, потом дома покажем. На С какая-то. Не фирма называется, а скульптурир. Короче, Короче, слово. культ-база какая-то. Сказали, что она типа погуще, вот, ну, Ну и не получше. такая густая, как каучуковая. Да. Мы думали вообще вначале каучуковую взять. Не шнурок, этот весь расстегивается. Но нам посоветовали не брать. Ну, как бы. А нам сказали, что вообще нет самовыравнивающего, как такового. Ну, не знаю. Слушай, мне Подожди, я казалось, завяжу шнурок. что я слышала в такой базе. В общем, мы сейчас идем в фикс-прайс. Нам... тушь для ресниц. И все. И мед. И мед с малиной хочу. Мед с малиной вкусный очень в фикс-прайсе. Сразу вспомни, что нам надо еще в фикс-прайсе. Ничего. Ладно, сейчас посмотрим. Много разных новинок. Гирлянда, смотрите, какая. Это зажимы вообще гирлянды. Да. Еще нам нравится, знаете что? Ну вот я думаю, брать, не брать, вот такие снежки. У них есть голубые, есть белые, розовые. Но розовые, ну, как бы не подходят в этом году. А есть еще, смотрите, вот такие Ой, это не очень. игрушки.
Бусы. Ну, пока не видим такие игрушки, какие бы нам хотелось. Как я говорила, подставка. А, это подсвечник. Подсвечник. Ой! Ой-ой-ой! Он, кстати, знает, что? Если я все роняю, все разбиваю. Куда Лика ушла? Куда? Сейчас. Лика что-то пошла мастерить. Я показала. Вот так ты видела, классно смотрится. Ну да. Ну, у нас подсвечники другие, да, но. Ну, это для плавающих свеч. Ну, как бы да. А вот, смотри, вот есть прям... еще новогодние. Вот, смотри. Слишком. Слишком много места на столе будет занимать. Вот, смотрите, еще вот такие есть подсвечники. И кстати, ну это такие прям глубокие. Есть еще вот там бирюзовые, красные. Бирюзовые, смотрите, один остался красивый. Есть еще вот такие подсвечники. В общем, разные. Кружки. Бирюзовые. Ой, не знаю. Смотри, кружки красивые, очень нравятся. Фикс-прайс. Такие, причем хорошие. Но у нас, да, как бы есть пока. А нить нам не нужна такая декоративная. Такие звездочки. У нас что? У нас сердечко. А, у нас сердечко. Здесь есть звездочка, елка еще. Не знаю, это, кстати, подвеска, она длинная. Да. А вот, смотри. Ой, какие хорошенькие, только серый. Он белый, единственное, подойдет. Прикольненький. Вот давай, может, такой беленький возьмем? Как ты считаешь? Я всегда за. Ты всегда за? Да. Смотри, выбери. Смотрите. Вот тоже хороший рукавичок. Какая красота. Какой лучше? Эй, вот это, да? Ну, давай. Или вот этот? Вот, давай вот этот. Вы же пишите, кстати, в комментариях. Вы уже готовите подарочки, игрушечки к Новому году, украшения. Такого елочка классно приложить в подарок. Милота, слушайте, вообще. Так я люблю такие необычные игрушки, но без шаров никак. В любом случае, какие-то шары надо, да? Вот они вроде такие простые, но в любом случае их надо. Ой. Ты говорила, помнишь, елка? А, да. Да, кстати, тоже. Ну, мы вчера купили тоже прикольно. А вот смотрите, еще белочки на клипсе. А вот такая, смотрите, лошадка, подвеска. Уже будем доставать, когда, может быть, через, я не знаю, месяц, когда мы будем елку наряжать-то. Уже посмотрим, что у нас с нашими игрушками. Что есть, чего нет, чего не хватает. Почему здесь нет елок? Больших чисто. Ага, 2,5 метра. За 200 рублей. По 199 рублей. Да. Так, ладно, все на кассу. Так, ты когда пойдешь в свой домик, расскажи нам. Когда пойдешь в дом? Вот в этот домик. Вон он, Максин домик. А где Макс? А где Максик? Где Максик? Где Макс? Ну вот он, Максик, да? Смотрите, мы включили гирлянду. Сейчас свечечку, да, домик. Сейчас шли домой и увидели уже в окне. Многие, в общем, включали гирлянды, хотя еще до Нового года. А, ну, грубо говоря, 2 месяца. Ну, уже вовсю гирлянды, да, включают, милаш. Я не знаю, 2 месяца, 56 дней. Угу. Да-да-да. А еще прям всегда восхищаюсь вот этим подносом. Так он мне нравится, этот поднос. Вообще красота. Какой? Вообще люблю свечи красивые. Свечи у нас такие тут. Так, я иду пить кофе. Кто-нибудь будет латте карамельный? Нет. Нет? Да. Ты будешь? Да. Карамельный. Такой вкусный привкус. Да. Еще знаете, что хочу сказать? Вот эти шары, мы Лике надували их на день рождения. Посмотрите, как долго они держатся. Вообще не сдуваются. Не только 15. Ой, это вот этот букет вообще уже давно у нас. 2 года, да, Лика? Да.
Вот, а эти шары, они практически... Ну, можно сказать, 3 года уже. Нет, год практически. Они как новые, они совершенно не сдуваются. Вот представляете, какие хорошие шары. Вот бывает же попадается. Просто мы Лики на день рождения много шаров надували, и они очень-очень быстро сдулись. А вот такие именно вот фольгированные шары, они очень хорошо держатся, очень долго. Так, ладно, иду делать латте. Миланка тоже захотела латте. Да, Милаш? Милан, пикник будешь со мной? О, да. Там два? Да, там два пикника. Открывать тебя открою. Открывай. Вкусняшный. Латте карамельный. Максик тоже решил перекусить с нами. Ты в тарелочку, да? О, Милан, достань вот это вот это блюдо деревянное, которое мы вчера купили. Его еще раз покажи. Какое? Сегодня спрашивали. А вот внизу там, где... Клади шоколад. Где тарелочки, да, там вот. Вчера показывала вот такую вот, ну, такую вот тарелочку деревянную круглую мы купили. Это для нарезок разных, для орешков можно. Ну, вот видите, как на картинке. У нас спрашивали, где мы ее купили. Чтобы мы еще поближе показали, тоже спрашивали. В общем... Купили мы ее в ленте, там еще была такая стеклянная, но мне захотелось именно вот такую деревянную. Вообще в последнее время я люблю вот такие деревянные штучки в интерьере. Иди кушай, кушай, Милаш. А кофе ты забрала? Да. Вот это вкусняшка мне напоминает. Пап, что? Держи. Такое нельзя говорить. Слушай, меня сразу выгонят из дома, если я такое скажу на камеру. У всех своя фантазия. Кому как. А мне напоминает вкуснейшая пироженка или шоколадка, да? Ну, как папа. Так, все, ладно, всем приятного аппетита. Свои фантазии оставляйте при себе. Покажу вам сейчас, какую мы купили тушь. Розовой не было. Мы в основном пользуемся... Ой, это не то. Это тени жидкие. А, Лика уже ее выкинула. У нас вот такая же, видите, вот как золотая, только розовая. Нам больше нравится розовая. Мы в этот раз, так как розовой не было, решили взять, попробовать вот такую в голубом тюбике тушь. Что здесь написано? Ничего здесь не написано. Просто тушь для ресниц черная. Не знаю, хорошая будет или нет. Пишите, кто пользовался этой тушью. Вообще, на самом деле, из фикс прайса тушь очень даже хорошая, на удивление. Она стоит 99 рублей. Но она даже, хотел сказать, ничем не хуже, но она даже лучше намного, чем тушь, которую мы покупали там за 500, за 600 рублей, за 700 рублей. Это вот, это реально, это факт. Это так оно и есть, потому что мы перепробовали разную тушь, и я вам могу с уверенностью сказать, что вот эта тушь ничем не хуже. Ну, я имею в виду, вот в розовой упаковочке очень нравится, уже прям много-много раз брали. Вот эту попробуем впервые. Хочу сделать маникюрчик, я надеюсь, все-таки у меня будет время на это, потому что иногда думаю, что вот завтра сделаю маникюр, и как-то не получается. Но я очень уж хочу поменять маникюр, у меня уже отросли ногти, и хочу пробовать новую базу, которую мы купили сегодня. Хочу посмотреть, насколько она лучше, хуже той базы, которой мы пользовались раньше. И обязательно вам расскажу, стоит такую базу брать или нет. Завтра я покажу ее и расскажу. На этом наш влог сегодня подходит к концу. Всем до завтра. Всем пока-пока.